Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас 12 сентября, финал фестиваля Вобла 2020. Я вышла в финал с золотой рыбкой под названием Сапа. Длина ее была 22 сантиметра. Участников будет 47, судя по номерам уже вывешенным. Вот, люди собираются. Сейчас мы тоже пойдем получим номер. Я, вернее, получу номер, на котором буду рыбачить. Муж меня, значит, собрал полностью. Это два спиннинга будет на червя, один будет на жмых. В общем, ну, пожелайте мне ни хвоста, ни чешуи. И смотрите мое видео до конца. Ну а здесь уже готовят призы. Это будет лодка с мотором, это будет эхолот, как я вижу. Различные грамоты, так видимо. Спиннинги, стульчики, мотор, вот уже видно. В общем, не знаю, что будет еще, но будет очень интересно. А вот здесь стоит машина, с которой сегодня будет произведен выпуск в реку детенышей осетровых пород. Представляете, как это будет интересно? Каждый это все увидит. Вообще здорово. Это очень здорово. Вот они уже готовят. Там вон бассейн. Сейчас я с другой стороны подойду, вам покажу. Ребятки, это вау. Это вау. Вот они. Вот они, красотки, которые будут расти, размножаться и радовать нас. Молодцы, ребята, молодцы. Ну что, я вытащила номер. Посмотрим. Я, друзья, волнуюсь. Руки трясутся. Шестнадцатый. Как вы думаете, мне повезет или нет? Но главное, участие все равно. Дорогие друзья, очень радостное начало, поднимающее настроение. Значит, помимо того, что мы участвуем в финале, нам дали еще и всем призы. Это леска. Вот такая. Опять линейка, бейсболка, пакет. А в пакете... Пузырек. Нет, пузырька нет. Так, что здесь? Это осетровые деликатесы. Так, сертификат участника. Здорово. Вот такой. И что это? Это блокнотик. Классный, я люблю блокнотики. Смотрите, какой он замечательный. Здесь можно записывать рецептики и всякие разные штучки-трючки. 5 минут осталось. Дорогие друзья, вы не представляете, как я волнуюсь, как на экзамене в 18 лет. Такое вообще редко бывает. Видимо, все-таки хочется, очень хочется победить. Но в любом случае для меня главное участие. В том году мы участвовали, в этом году прошли отборочные туры. Классно. Ну и, конечно же, пока никого нету рядом, я скажу, вернее, проведу обряд свой. Здравствуй, царь водяной. Ты самый лучший в мире царь. Речка, речишка, речушка, Волга, матушка, река. Ну дай мне победить, ну дай мне хорошие рыбки. Вы самые классные, самые лучшие. Где мы только не ловили, не рыбачили. Лучше астраханской рыбалки в мире нет. Глазом. Конечно, в Воблу, наверное, в первую очередь. Ну и самую длинную по длине, по условиям фестиваля, это будет, наверное, самый первый. Ну, вот вы сейчас уже вот до финала добрались, а предыдущие какие вот были результаты у вас? Только Аленька, скажите. Вчера у меня была сапа на 22 сантиметра, и в нашем вчерашнем отборочном туре я была первая. Вот, а позавчера мы участвовали, у супруга была стерлядка. Это у вас, да, она попалась? Вот он стоит и тоже снимает. Все это будем выкладывать потом в мой YouTube-канал, и как бы... Все смотрят, все переживают, все родственники, знакомые, друзья, все пишут, звонят, давай, удачи, победы, естественно, все желают. Ну и, конечно же, я тоже всем желаю победы. А вроде говорили, что стерлядка, она за счет не была. Нет, он ее отпустил, как бы она же краснокнижная, ловить ее нельзя, но вот так повезло, взял и вытащил стерлядку. Ну вы сами застряли, да? Да. Все? Ну, отлично, спасибо большое. Который вручается по итогам отборочных туров, это приз «Женщина-рыбачка». Его получает Ирина Караева. Просьба Ирине пройти сюда.
Сараевой. Крупные уды поймали. Анатолий Мадянов, Виктор Харитонов, Александр Дергачев, Олег Балабуев и Турин Сергей. Просьба выйти сюда. Кого нет? Кого нет? Кого нет? Самое главное, что все инициировали наши партнеры, а предприятие другое внесло, не пытались исправить одну несправедливость. А дело в том, что не все виды рыб, не для всех видов рыб существует минимальный дефицитный размер. И, соответственно, зачет у нас шла сова, карашка, окунь, карась любого размера. Но есть виды рыб, на которые существует минимальный дефицитный размер, а есть виды рыб, которые нельзя. Тем не менее, они иногда ловятся и подлежат немедленному выпуску. Таким образом, люди, поймавшие самый крупную рыбу во время отборочных тур, остались без призов. Наши партнеры решили исправить эту несправедливость, и этим людям будут вручены призы, которые мы так и назвали. Рыб, которую он поймал и выпустил, получает Ренат Ахмедов. Приз за полуметрового сама, которого он поймал и выпустил, получает Максим Боченков. Сказать, что вот рыбалка все-таки справедливая вещь, дело в том, что именно Максим сегодня будет получать главный приз. И, наконец, приз за сама, который был пойман и выпущен в детской номинации «Шон 41 сантиметр», получает Саша Курбатов. Саша, овчарка. А вон он. Третье место получает Воронина Наталья. Окунь 18 сантиметров. Приз за второе место получает Грачевская Нина. Соба 21 сантиметр. И, наконец, приз за первое место получает Мадянов Андрей. Соба 23 сантиметра. Я хотел сказать об Андрее на первом отборочном туре, на детском отборочном туре. Андрей в самом начале почувствовал себя неважно и чуть было не покинул этот отборочный тур. Но, приняв таблетку, он вернулся обратно, усилием боли преодолел боль и добился первого места. Молодец. Приз за третье место получает Сергей Яровой. Буквально полсекра отделяет первое место от второго. Второе место Дергачев Александр. 24 Так, приз за первое место. Как я уже сказал, не сохранил эту интригу. Приз за первое место получает Боченков Максим. Подметчик 25 сантиметров. В принципе, губернатор Астраханской области Игорь Юрьевич Бабушкин претендовал со своей пойманной собой прям буквально, наверное, на второе место. Сколько она была? 27. Первое место вообще заслуженно было бы вручить. А вот надо было что-то служить, предварительно. Да. Ну вот, отборочный тур он не проходил, поэтому рыбачил вне зачета, скажем так. Призы фестиваля вручены, и я попрошу слова для закрытия фестиваля. Спасибо большое, дорогие друзья. Хочу всех поздравить с тем, что, несмотря ни на что, несмотря ни на какие трудности, этот фестиваль состоялся. Вобла-2020 состоялась, и этот праздник, эта атмосфера, которая царила сегодня на набережной, где главными участниками были рыбаки, рыба, и мы все вместе с вами. Астрахань не может быть без Вобла и не может быть без рыбалки. Поэтому еще раз хочу вас всех поздравить, и я уверен, что этот фестиваль будет продолжаться долго и долго, несмотря ни на что. Поздравляю. Ура! Всем спасибо, Николай Николаевич, вы это помните. Астраханская компания «Белуга». Выпускаемся сегодня в полосе скромных рыб. Да, конечно, полосе крупной нарезки, ничего не могу сказать. Но дело в том, что фонд ежегодно принимает участие в проектах культурно-патриотического управления компании «Лукойл». В рамках этого проекта мы занимаемся распространением информации о сохранении стада сетровых, культурно-патриотической работы среди молодежи и студентов. Поэтому сегодня мы это шикарно проводим сегодня. Потому что наши рыбаки, они являются и рыбаками, ну и еще и защитниками наших рыбных запасов ресурсов. Поэтому это знаменательные сегодня события, которые мы и символизируем как выпуском ценной породы рыбы, это осетровая. Здесь присутствует русский осетр белуга. Пожалуйста. Игорь Юрьевич, у вас не да? Скажите, пусть подождет. Давайте в белугу. Вот эти. Вот так вот. Нет. А нельзя там было? А? Нельзя было? Нет, ну так вот. Ну там она сразу пьет. Вот. Она такая. Да, действительно. Живая, да? Не пьет. Маленькая. Ну, конечно. Ну, без пьет. Лучше поймать. Ее не просто поймать.
Ну что, дорогие друзья, фестиваль Вогла 2020, рыбацкий фестиваль закончен. Получили море эмоций, настроение замечательное. Я в финал не вышла, но это было что-то вообще. Я буду участвовать на следующий год обязательно. Муж у меня выиграл, не выиграл, вернее, заслужил кресло. Вот, за такое положительное настроение особое спасибо нашей речке Волга, нашему царю водяному, всем организаторам этого фестиваля. Друзья, это классно, это правда классно. Приезжайте к нам на рыбалку в Астрахани, подписывайтесь на мой канал, следите за новостями, за моими очередными видео. Будьте счастливы, берегите себя, родных и близких.